Взорвало дом, снесло полностью второй и третий этаж. Вероятно, под завалами находятся люди. Очень хорошо видно, как выходит газ. И, ну, то есть реально горит газ. Не только сам дом, а прям идет пламя от газа. Приезжают новые расчеты спасателей. Надеюсь, удастся им перекрыть сейчас газовую трубу, чтобы можно было локализовать этот пожар. Видно, что уже на самом верху тоже работают спасатели, добрались до места, до очага.